Потерял погоны в погоне за незаконным заработком. Еще год назад подсудимый был сотрудником госавтоинспекции, а сейчас работает жестянщиком в автосервисе. На скамью подсудимых его привели события, произошедшие в ноябре прошлого года. На улице Дзержинского в Рязани произошло ДТП. Инспектор, приехав на место, установил, что один из водителей находится в нетрезвом состоянии. Причем право управлять этим автомобилем ему передал владелец, который также находился в машине. За это предусмотрено наказание, связанное с лишением прав. Владелец машины, чтобы избежать ответственности, предложил взятку. Для этого он передал ему банковскую карту с находящимися на ней денежными средствами и сообщил пин-код от данной карты. Впоследствии инспектор ДПС в банкомате снял денежные средства в размере 15 тысяч рублей и обратил их в свою пользу в качестве взятки, тем самым освободив незаконно от административной ответственности владельца данного транспортного средства. Вину свою мужчина полностью признал, активно сотрудничал со следствием, поэтому суд избрал для него меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Он находился под подпиской о невыезде. Суд учел, что у него двое несовершеннолетних детей и вынес приговор, не связанный с реальным лишением свободы. Бывшему автоинспектору придется заплатить штраф 500 тысяч рублей. Также в течение 3 лет он не сможет вернуться на службу в ГИБДД. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».